Но если все сделать из 14-го швеллера, 100% выдержит. Суббота. Возле дома ажиотаж. На место приехали сотрудники управляющей компании, республиканского Минстроя, сторонние эксперты. Специалисты предпринимают экстренные меры, как спасти пятиэтажку. Вынесено решение такое, что необходимо сейчас временными металлическими конструкциями зафиксировать лотковую кровлю. После окончательного обследования принять уже техническое решение, каким образом мы ее вернем в стабильное состояние. Все началось 20 июня. В управляющую компанию обратились жильцы 5-го этажа, пожаловались. В квартиру просачивается дождевая вода. Коммунальщики поднялись на крышу выяснить, в чем дело. Оказалось, забилась ливневая канализация. Прочистили. Видимых нарушений не было, но спустя неделю все повторилось. Смещение лотков было обнаружено. То есть изменения буквально произошли за неделю. На 28 число уже было изменение около 20 сантиметров. Провисание лотка по отношению вертикальной вот плоскости. Еще через неделю, в течение недели мы сюда приезжали к экспертам. За неделю у нас еще изменения произошли до 5 сантиметров опускания лотка. То есть что, ну, было явным, что движение происходит постоянно. Скорее всего, говорят в управляющей компании, при возведении дома были допущены серьезные ошибки. Задача сегодняшних строителей – устранить дефект. Прорабатываются различные варианты. Изначально хотели обойтись малой механизацией, это домкраты, какие-то подпорные элементы. Но ввиду того, что изделия железобетонные, масса их довольно-таки высокая, а домкрат – вещь непредсказуемая, то есть это может быть и смещение его, и элементарный излом самого домкрата. Как бы этот момент немножко оставили в покое, и рассматривается работа кранов. Сегодня коммунальщики вновь промониторили ситуацию. После укрепления движений пока нет. Если здесь начнут работать строительные краны, то по технике безопасности людям придется временно покинуть свои квартиры. Коснуться это может жильцов первого подъезда и частично второго. Жильцы дома обеспокоены. При любом раскладе неудобств не избежать. Некоторые уже даже покинули сомнительные квартиры, другие в тревожном ожидании. Мама у меня уже в возрасте, 7-й десяток. Ей вот спускаться даже неудобно. А если будут переселять, я вообще не представляю. Конечно, есть куда пойти, куда уехать временно, но страшно, не хотелось бы. Сегодня вечером по вопросам этого дома в Минстрое Хакасии прошло совещание. О его подробностях в ближайших выпусках новостей. Мария Мишнина, Антон Михайлов, РТС.